воскресенье полицейские стали свидетелями небольшой аварии. С дороги на обочину съехала слабоуправляемая Toyota Corolla. Само собой, такой далеко не резкий маневр привлек внимание сотрудников ППС. Подойдя к автомобилю, они увидели в салоне спящего мужчину. Двери автомобиля оказались заблокированы. Понять, что это, внезапный приступ или состояние опьянения, было невозможно. Чтобы вытащить мужчину из автомобиля, пришлось прибегнуть к необычному способу открывания дверей. Водительское окно оставалось приоткрытым. В щель просунули антенну, с помощью которой получилось нажать кнопку стеклоподъемника. После того, как стекло сползло вниз, дверь открыть труда не составило. Ты живой? А? Тест на трезвость 26-летний мужчина провалил. Выдохнуть полную грудь воздуха он так и не смог, но результат алкотектора все равно был внушительным. 700 миллиграммов спирта даже в половинной пробе. Сказать, куда и откуда ехал, автолюбитель не смог. Оформлять случившееся как аварию полицейские не стали. Водителя отправили домой ждать решения суда о лишении его прав. С места происшествия Кирилл Новиков, Ольга Соколова и Алексей Овчинов.